Здравствуйте, меня зовут Илья, и сегодня в рубрике «Энциклопедия A-Markets» я расскажу вам о том, почему локированная позиция не гарантирует стопроцентной сохранности ваших средств на счете. Под понятием «лок» подразумевается открытие двух или более разнонаправленных позиций по одному финансовому инструменту одного объема. При плавающем спреде на данном примере мы можем видеть, как значение средства и уровень изменяются, так как цены бит и аск могут расширяться либо сужаться. Моменты выхода макроэкономических данных, в особенности нон-фармов заседаний ФРС США, спред может значительно увеличиваться, что в свою очередь влияет на уровень средств локированной позиции. Сюда также стоит добавить начисление свопов за перенос позиции через ночь и комиссию за открытие и закрытие позиции по валютным парам, если это счет ECN. Другими словами, вам нужно учитывать эти переменные для построения долгосрочного кэрри-трейдинга.